Эта акция не единовременная, мы это проводим ежегодно и проводим не только перед Рождеством и Новым годом, в преддверии 23 февраля, в преддверии праздников, таких как 2 августа, День части, Дни открытых дверей. Мы деток привозим к нам, показываем, как организован быт у военнослужащих нашей бригады. Плюс также мы ездим к ним в преддверии Дня защиты детей, в преддверии Дня знаний 1 сентября. Также готовим для них подарки, поздравляем, организовываем для них праздник. Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи. Вся новогодняя компания собралась в клубе 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, чтобы поздравить воспитанников Кобрицкой детской деревни с наступающим праздником. Акция «Наши дети» показывает, что даже у с виду суровых десантников доброе сердце, дарящее заботу тем, кто нуждается в ней больше всего. Стоит отметить, что военнослужащие 38-й бригады помогают детям из Кобрицкой детской деревни не только во время проведения благотворительных акций. Они также это делают в течение всего года. Для организации этого праздника тратится очень большое количество сил, энергии, но оно того стоит, потому что бесценно видеть в глазах детей радость и счастье от сказки, которую делают для них военнослужащие. Накануне Нового года в рамках акции «Наши дети», я думаю, что все дарят подарки. Только кто-то дарит конфеты, кто-то мандарины, кто-то то, что нужно, насущное для ребят. Поэтому мы решили объединить свои усилия, чтобы вместе, дружно подарить праздник Кобрицкой детской деревне. Праздник получился насыщенный. Дети рассказывали стихотворения, за это Дед Мороз благодарил их конфетами, водили хороводы, танцевали, участвовали в конкурсах, подружились со сказочными персонажами. Несмотря на насыщенную программу, время праздника пролетело незаметно. Благодаря незаменимой помощи брестских десантников, многие ребята с юного возраста влюбляются в полосатую тельняшку. Ведь не случайно уже несколько выпускников детской деревни поступили в военные вузы, а некоторые стали крылатыми гвардейцами. У нас 2 офицера, которые закончили военную академию. Результаты нашей такой плодотворной дружбы. Ну и еще один у нас учится, курсант 2 курса военной академии. Когда ребята, офицеры приезжают к нам и целый день носят детей на руках, играют с ними, это незабываемое впечатление не только для детей, но и для взрослых. А сюда на новогодний утренник мы приезжаем всегда с радостью. Это как праздник, это настоящий праздник и для детей, и для взрослых. Александр Богданович, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.